меня на 10-е дыхание открылось. А вы знаете почему? Я вам сейчас покажу, погоди. Мы едем, а тут по навигатору Виталий говорит, а что за река? И такой видит, что это Катунь. И он все, мать, справа от нас Катунь. Где Катунь? Смотри, где же она? И мы едем теперь, он говорит, я все, я понял, что я в отпуске. Я говорю, а 9 дней мы где вообще были? Виталий, где мы были 9 дней? Ехали в отпуск. Ехали в отпуск, а наконец-то мы теперь в отпуске. И вот здесь, совсем недалеко, буквально вот чуть-чуть рукой подать, уже река Катунь. У-у-у. Если бы вы видели, как он тут визжал, как маленькая девочка. Как маленькая девочка. Быстрее достаем все свои снаряжения. Но нам еще ехать 64 километра. Подожди, доставать. Еще чуть-чуть. Терпи, Виталь, терпишь? Так естественно. Как? Деваться некуда. Ну, а ты терпишь с усилием или легко? Да, с усилием. А сам смотрит-то там эта дорожка, дырочка в этом в лесу смотрит, не видно ли коту. Я представляю, как тебе хочется, Виталь. Мне тоже хочется. Рыбы мне наловишь, господи! Буду есть ее, пока сама не превращусь в русалку, да, Виталь? Да, в рыбу. В рыбу. Ну, вырубай. Да ладно, ладно. А, он же курил, господи, Виталик. Ты тормозишь так, что у меня шечка поленалась. Сростки.